Опа. Вот он какой, товарищ. Вот такой вырос. А был меньше. Вот он, наш лягушонок. Мокрица здесь ползает, он выслеживает. Так, заметил. Хватай. Он почему-то порой их не хватает, хоть и видит. Может, они слишком крупные для него. Лягушонок охотится на мокриц. Подселили мокриц, потому что комары стали что-то плохо водиться. Все меньше и меньше комаров. Вообще уже крышку открыла. Уже можно не бояться, что комары вылетят. Хотя мотыль там есть. Он плавает сколько мотыля. Мне кажется, попалась какая-то хищная личинка, и она поедает мотыля, не давая ему стать комаром. Уже несколько дней нет комаров. А лягушка... Так, а это вот что за существо здесь лежит? Вот, наверное, оно и ело всех этих мотыля, не давая ему стать комаром. Что это за существо такое? Личинка стрекозы, наверное. И нет. Вот, наверное, из-за нее и нету комаров, она их поедает. О, она умерла. Лягушонок хочет кушать. Он ищет, чтобы покушать. Я ему насыпала мокриц. Сейчас он на них охотится. Выслеживает их. Сейчас покажу мокриц. Вот здесь вот. Уже вон расползаются. Вон сколько их сидит. Пусть охотится на них. Давай, лови мокриц всяких, чтобы тебе... Вот это вот, куда он залез, это его домик, он постоянно там теперь сидит, в этой дырочке.